Вот такой вот дом был. Ну вот так вот, вот зачищаем мы дом болгарочкой. Чистили уже красочку. Так вот все это выглядит. Красота! А они влезут туда две? Впритык, впритык, наверное, да? Колер изумрудного цвета. Ну что, все выливаю? Все, конечно. Еще надо будет, мне кажется. А, вообще, смотри, какой цвет. Угу. Но пока еще нет. Ты просто закрой, переверни бутылку, а потом вылишь. Слышишь? А то взобьешь и будет. Ты че, вон она белая. Не, еще, наверное, надо. Ну, я вообще тебе говорю, да. Зай, ты только не это, а то я в одеяле. Еще, да. Мне кажется, он вообще и светлый. Вливай еще, да, Зай. Это? Да, мне кажется, он будет слишком светлый. Ну да. Сейчас просто один слой будет, и он будет очень светлый. Включаешь, да? Да. И, ну, я не выключала. А-а-а. Ну, ты потом же меня замажешь. Ну, а может, включу. Угу. Смотри, какой цвет уже. Прикольный, да. Ну, половины пока давай выльем. Посмотрим. Слушай, красивый цвет. Да. Жена не выберет. Да, тебя не обрезгать. Да, я и говорю. Ну я все, ходи. Я в этом одеяле. Не, еще, наверное, заяц. Подожди, не размешал. Ну,
Блять, меня тоже уже кусали. Еще, выливай, выливай, Миш, выливай. Или не надо. Заяц. А. Мне кажется, он будет светлый. Ну, понимаешь, в чем смысл? Светлый? Тут, блин, комаров столько. Я уже тоже сама умею. Зая. Ну все, хватит. Ничего. Добавляем, наверное, еще. Еще? Ну да, она, блин, мне кажется, будет слишком светлая. Ну давай еще. Не зыкилки. А, зеленка. О, красота зрения. Мама, угу. Ничего. Ничего. Мама, можно встать на этот стул? А? Можно встать на этот стул? Можно. Вот такой вот цвет классный получился, бирюзовый, изумрудный, не знаю, как он называется. Вот, сейчас будем красить дом. Красота. Ну вот, начало положено. И пойдем сейчас весь дом красить. Да. Как вам цвет? Такой вот классненький. Бирюзовый. Ну вот и закончили мы реставрацию дома. Такая вот красота получилась у нас. Такой вот цвет. Ну, конечно, через камеру так он не передается. Очень яркий, насыщенный цвет.